Этот ароматный алкогольный напиток не только поднимет вам настроение, но и согреет в непогоду. Он обладает рядом целебных свойств, и поэтому его рекомендуют пить людям, подверженным простуде. Этот замечательный напиток получил свое название от прозвища британского вице-адмирала Эдварда Вернона, которого называли «Олд Грог». Дело в том, что раньше в рацион морейков входила обязательная порция рома, около 280 грамм. Такое меню, естественно, повлекло за собой пьянство и разгул, но поскольку считалось, что употребление этого напитка помогало морейкам не болеть цингой и другими заболеваниями, то решено было давать им тот же ром, только разбавленный. Так появился рецепт приготовления грога с ромом. Изначально ром разбавляли обычной водой и лимонным соком, однако в современной версии используется также чай, мед и специи, что придает напитку приятный вкус и невероятно притягательный аромат. Так что зимой, когда холодным зимним вечером вы захотите согреться, просто приготовьте грог с ромом в домашних условиях, и вы поймете, насколько этот напиток потрясающий. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Переливаем очищенную питьевую воду в кастрюльку. Ставим кастрюлю на огонь и доводим воду до кипения. Когда она закипит, убавляем огонь до среднего и всыпаем в воду сахар. После того, как сахар растворится, мы добавляем в воду корицу, кардамон и гвоздику. Варим грог в течение 5 минут. Снимаем грог с огня и через пару минут вливаем в него ром, перемешиваем, нарезаем лимон кружочками и выкладываем его на дно чашки. Заливаем грогом и подаем к столу, отдельно ставим пиалу с медом. Подписавшимся, больше вкусностей. Ставим лайк и подписываемся. Вот из чего готовим блюдо. Вода, 400 мл, ром, 150 мл, мед, 50 грамм, сахар, 2 столовые ложки, лимон, 40 грамм, корица в палочках, 0,5 штуки, гвоздика, 2 штуки. Кардамон молотый, 1 щепотка. Количество порций, 4. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Пусть вам сегодня повезет.